Здравствуйте, дорогие друзья! Я организатор экспедиции и приключений проекта Red Off Road Expedition. Мы организуем путешествия по всему миру и рассказываем о них в наших фильмах. Открываем рубрику путешествий на YouTube-канале «Дороги дороги». Начинаем с приключений в необыкновенной прекрасной стране, где я разработал красивый экспедиционный маршрут, открыл для себя и открываю для вас великолепную Турцию. Представляем вашему вниманию первую серию из турецкого сезона, а в дальнейшем мы готовим многосерийки из других маршрутов по Мангистау, Памиру, перевалу Дятлова, Башкирии и другим замечательным местам. Приятного вам просмотра! Мы приехали в Республику Северная Осетия. Завтра у нас начинается наш проект Red Off Road Expedition. И мы должны будем пройти грузинскую границу и закончить завтрашний день у границы с Турцией. И затем 12 дней будем путешествовать по Турции, по Курдистану, по районам бывшей Армении. И самое главное, по тем местам, по которым проходил Александр Сергеевич Пушкин и описал в своем блоге свое путешествие, путешествие в Арзурум. Зовут меня Ярослав, я из города Подольска, это Подмосковье. С Женей Шаталовым знаком достаточно давно и уже даже был в нескольких поездках вместе с ним. Весеннее путешествие – это всегда праздник, зимнее путешествие – это всегда подвиг, осеннее путешествие – это всегда приключение, а весна – это, конечно, клево. На российском погранпереходе нас задержали практически на час. Специальные люди из погранслужбы опрашивали меня о цели нашего визита в Грузию и затем в Турцию. Сказали, что это самый короткий путь к горячей точке, поэтому они делают этот опрос. То есть записали данные всех участников, их телефоны. Думаю, что грузинскую границу мы пройдем без каких-либо проблем. Еще это завернуть. Не знаю. Но с Никитосом проблема. А? С Никитосом проблема. А что они? Не пустили. Никиту Березина не пустили на территорию Грузии и развернули в обратную сторону. И сейчас будем что-то предпринимать, если получится. Никит, ты включи телефон, вот, или через Ксению будем держать связь. Но чтобы какой-то контакт связи был обязательно. Хорошо, хорошо, лучше через Ксению. Потихонечку поехали. Мы готовы, как юные пионеры. Участок – это грузинская военная дорога. Именно по ней проходили наши войска, когда была война с Турцией. Она, собственно, и свое название имеет с тех пор. На грузинской границе участника нашей экспедиции Никиту завернули грузинские пограничники, так как его автомобиль имел учет в Республике Крым. Грузия не признает присоединение Крыма к России и ограничивает въезд на свою территорию жителям Крыма и их транспорт. Вопрос благополучно решился продажей во Владикавказе автомобиля и его перерегистрацией штурману Никиты Ксении.
собаки, вроде бы бродячие собаки, все зачипованы. И зарегистрированы. Бронированы? Бронированы. 83 тонна. С этим ходили Рузвельт, Черчилль, Сталин, собрание там сделали. Только самолетом не ходил Сталин, только с этим ходил. Там ванна, кухня, туалет, зал. Прекрасную Грузию мы пролетели, особо не останавливаясь на осмотр достопримечательностей. Нашей целью в первый день экспедиции был лагерь под Ахалцихи. А чуй, вот это моя, а это мой вообще даже, я чуй. Клубники поел сегодня, расскажи. Вкусные? У тебя вообще сегодня день удался, друг. А вас? Ну, у нас-то понятное дело. Так, пролетели, видимо, на одном дыхании. А дальше Турция. Я из Магнитогорска, Дима зовут. У нас сегодня был первый день экспедиции. У ребят был доезд, а мы схалтурили, прилетели на самолете в Тбилиси. Саша нас сегодня подобрал любезно. Удивительная военно-грузинская дорога. И вот мы теперь вливаемся в компанию. В Турции есть два жестких органа. Это полиция и жандармы. Полиция, она, как правило, в черной форме, и она находится в городах. Она такая более лояльная, более вежливая. Жандармы, они в военной форме. Не говорить про Курдистан, вот это понятно. Лучше не упоминать Сирию. Сирию вы будете видеть с горы города, древнего города Мардин, которому тысячи лет. Там в роутбуке тоже есть все описания. У нас что будет? Вот сейчас, когда мы купим сим-карты, будет одна из крепостей. Очень клевых, очень симпатичных крепостей на вершине горы. И есть объезды по дорогам, по асфальтовым. А есть возможность идти по второстепенным дорогам. Вот я бы рекомендовал идти по второстепенным дорогам следующей точки. Меня зовут Никита Березин. Я из Симферополя, Республика Крым. В 2015 году мы с Женей Шаталовым участвовали в экспедиции Трофи. Проект был один, но команды разные. Ну и, собственно, после этого я узнал от своих друзей, от партнеров по команде о его проектах и решил, что это очень интересно. На паспорте печать поставили, они тут. Это просто выдали вон там на паспортном контроле. Ну, сейчас не знаю, может на выезде оно будет нужно. Мы только что прошли границу с Турцией, и у нас возникла первая маленькая неприятность. У нас забрали дрон. Со слов полицейского на погранпереходе, 3 месяца назад ввели запрет на запрет дронов на территории Турции. И мы, собственно, если в прошлый раз мы его провезли без каких-то проблем и сняли шикарные, потрясающие кадры с воздуха, то сейчас нас его просто забрали. Не конфисковали, составили документ. На обратном пути мы его получим обратно. Посмотрите, тут вроде город-то большой. Ну что-то быть. Вот это, судя по всему, центральная улица. Вот, видишь,
через реку вот сюда вот. И вот здесь вот, здесь будем мы до точки. А тут вот она получается, вот у меня уходит в сторону. Ну да, но нам в первую очередь надо денег надо и сим-карту. А потом все, уже крепость все, и все остальное. Я поняла. Evet abi, yarım saat sonra uğrarsan yükleyebilirim. Şu an yükleyemem de. Одна лира 8 рублей 30 копеек. Если оплачивать здесь, то получилось 11 рублей 30 копеек. Надо с наличными снимать и ходить везде платить. Я как и говорил, что наличными здесь платить. Я в Турцию не стал брать с собой бритвенный прибор, потому что планировал эти процедуры производить только в местной цирюльне. Местная цирюльня – это такой своеобразный салон красоты для мужчин. Да все готовы, поехали. А ты чего не пристегнутым ездишь? Безопасность же. Ну, в обычной жизни я айтишник. Автотуризмом, ну, как давно начал заниматься, еще когда Колдина была. Ездили там в Белоруссию, по России, в Шарьеж, на Алтай. Важном месте, она стоит между Батуми, Карсом, Эрзурумом, отсюда ответвления расходятся, то есть это очень важный стратегический объект. Ну, для нас, русских, она известна тем, что это была наша первая и такая очень значимая, важная победа в русско-турецкой войне. То есть эту крепость русские взяли и таким образом стали контролировать вот эти вот пути. Насколько понимаю, уже потом они ушли в сторону Эрзурума и вот дошли до него, то есть такой блицкриг русский. Вот, собственно, поэтому сейчас пойдем в Карс, который в Турции считается русским городом. Потому что русские там достаточно хорошо похозяйствовали, и, в общем, там архитектура, и все-все-все такое русское. Вон замок. Вот, чуть-чуть. Вот здесь, короче, приостановись, вот, чтобы замок перед тобой прям был. Вот так, вот. Курсе не читал даже. Замок дьявола, да, написано, шайтан кале. Замок дьявола. Восточная Анатолия – суровый край. Средняя высота региона составляет 2000 метров. Тут бывают суровые зимы, а снег в горных районах может лежать почти до лета. Только в мае заканчивается горнолыжный сезон в горах Эрзурума. Для нас это означает, что маршрут пройдет по горам, а также, что он будет красивым и не скучным, несмотря на то, что почти вся Турция закатана в асфальт. Погода нас не радует, и мы находимся сейчас в Карсе, самом холодном городе Турции, самый северный, самый холодный город. Вот сейчас всю дорогу, пока ехали сюда, шел проливной дождь, ну и сейчас, смотрите, небо черное, скоро нас накроет. Карс 40 лет принадлежал Российской империи. В то время Карс был обменен на Севастопольскую крепость. Вот, собственно, так мы и получили Севастополь в обмен на вот эту крепость, где мы сейчас находимся. Ну что, первый раз в проекте, второй день в проекте. Здорово, осваиваемся. Позавтракали, собрали лагерь. Едем дальше. Как у вас навигация? Навигация заведуют люди, которые сидят на передних сиденьях. Мы сидим сзади. Не, ну разобрались. Ага. Да, Саш? Так что все отлично. Самое главное, что впереди, надеюсь и уверен, еще более интересно будет и познавательно.
Этот день закончился в невероятном, уникальном месте, возле древнейшей крепости Ани, столицы одноименного Анийского царства. Потрясает, просто потрясает. Особенно воздух, который здесь вот после дождя. Прям так. И вот это все вместе. Так, и вот просто здорово. Смотри, завтра поезжаешь, а потом мы приезжаем мимо озера Ван. Они, это вот это вот место, вот где мы сейчас находимся. Арарат, это понятно, это гора. Ахтамар, это остров, на котором был армянский патриархат. То есть это святые для армян земли и места, и они все находятся на территории Турции. Царство это было основано в 960 году, а потом по нему прошли монголы, сельджуки и окончательно уничтожило мощное землетрясение в 1319 году. Но монументальность места от этого не пострадала. Имперское величие можно ощутить и сейчас. Мощные стены и башни, огромные храмовые комплексы, пещерный город. Мы провели тут почти целый день, и нам его не хватило. Соборы очень могущественные и очень значимые для армянской церкви. Вход платный, по-моему, 5 турецких лир. Соответственно, можно бродить сколько угодно. Сегодня у нас пробег порядка 230 километров. То есть, поэтому распланируйте день так, чтобы прибыть в базовый лагерь засветло. И... Я про это буду говорить каждый день. Своевременное прибытие в базовый лагерь говорит только о вашей внутренней организованности. Ну и увлеченности объектами. Маршрут проверен, высчитан, то есть поэтому всегда можно приходить вовремя. Вчерашний день – это день в катке. Вчера пробовали программу, пробовали навигировать, то есть осматривались и воспринимали местную турецкую действительность. Сегодня уже идет боевой режим, и сегодня будет уже проще. То есть если завтра, вчера точки были раскиданы хаотично и можно было выбирать, сегодня маршрут линейный. То есть мы идем от Ани и до города Дагуб-Баязид, до кемпинга. Вчера потеряли вообще машину в Карсе. Мы вчера заблудились в Карсе и потеряли машину. В смысле? Ну, так вот. Я всю жизнь занимаюсь ориентированием. GPS-ориентированием. Соревнования по ориентированию многократно строил. Участвовал штурманом в гонке экспедиции Трофи. Стабильно, от Мурманска до Владивостока. Четыре раза участвовал в качестве капитана и штурмана. То есть у меня ориентирование в крови. Имея все эти замечательные навыки, я могу потеряться в городе Карс, или не потеряться, а потерять автомобиль. И затем его под проливным дождем искать. Учитесь. Мы ее оставили после обеда. Да, я же очень опытный путешественник, Ты пешеход, я не запомнил точку, где мы ее оставили. И мы вчера блудили по этому Карсу, искали автомобиль. Вот. То есть мне потом пришлось позвонить в Екатеринбург, узнать координаты местонахождения своего автомобиля. Они мне дали координаты, я включил их в пешеходный режим, и мы только тогда их нашли. Причем после крепости. Мы подождем с Женей, надели накидочки и подождем, блудили. Вот.
Тоже поэтому? Наша беготня вчера была самая интересная. Нет, ничего подобного. Нет, мы вчера разобрались, во-первых, картах. Все это древний армянский город Ани. В этом городе был армянский патриархат, поэтому на его территории, ну, наверное, здесь 10 гектаров, огромное количество церквей и храмов. Все, конечно, в разрушенном состоянии, но видно, что здесь был мощный большой город. Турки отжали эту территорию у армян, как, впрочем, всю Армению отжали. Сколько мы будем ехать вглубь Турции, мы все будем ехать по древним армянским городам, по древним армянским территориям. До последнего времени Ани был закрыт. Город стоит на самой границе с Арменией, и эта территория была спорной. Поэтому город продолжал разрушаться, и лишь недавно здесь начали вести реставрационные работы. Мы выехали из царства Ани, и сейчас движемся в сторону второй армянской святыни. Это гора Арарат. I love you! Ани! 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 Сейчас постучимся в дверь, попробуем открыть. Мани! Yes, money! Yes, money! Yes! Yes, money! Money!